Вот видите, реактор, реактор. Вот зубик показываю, зубик, целиком зубик. Вот так вот, наверное, вот так, да. Целиком ваш зубик. Ваш зубик выглядит вот так, да. Ай, ключи погоди, ладно, а то я тут не успею показать, да. Ваш зубик выглядит вот так. Видите ваш зубик? Лимфа и кровеносная система включается вот на этом реакторе. Я... Вот реактор. Это зуб, зуб, целиком зуб. Реактор, вот он, зубной реактор, вот он. То есть, по сути дела, ваш зубик является лампочкой. Ваш зубик является лампочкой. Вот реактор. Вот идет лимфа и кровеносная система. Она здесь встречается, рождается синтез, то есть рождается информационный поток. Вот реактор, вот он, да, 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 всего-навсего, да. Девочки, реактор, вот он, да. Если этот реактор, переведу на ваши зубки, просто перейду реактор на ваши зубки. Ваши зубки, ваш реактор задребезжит. То есть ваш реактор начнет дребезжать. То есть что, о чем это говорит? О том, что здесь рукой подать до роста зубов, рукой подать. Как только начинает происходить вибрация, зубная реакция, то есть здесь начинается регенерация ткани. Резонанс зубной, резонанс. Ну, погоди, кто там зубами? Давай я тебе направлю. Как сидел, так сиди. Наблюдай просто с собой. Если происходит какое-то действие, включаю удивление. Ну, я понятно сказал, да? Да. Да. Ну, давайте еще на кого-нибудь. Да? Слушай себя. Со своими зубами наблюдай, что происходит с твоими зубками, да. Потому что всего-навсего перенос, информационный перенос. Это настолько детская, наивная вещь, она простая до предела, да. Как только резонанс наберет мощность, да, череп – это как отражатель, да, а между зубками и черепом ваш мозг, чтобы произошла световая волна. Ну, что-нибудь там происходит, нет? Ай, дай еще кого-нибудь покажу, да? Ну, кто там руку поднял, да? Зубы можно вырастить, да, так? Все сразу зубы начнут расти. Так вот я специально не вставляю. Жду, когда он даст нам методику. Ну, что-нибудь там слышно зубками, а? Да? Начинается, девочки, мальчики, начинает потихоньку реакция входить, реакция, реактор на реактор накладывается, тут как бы по своей логике, он, в общем-то, даже мне понятен, да, потому что вот, ну, это может быть солнечный луч, и через солнечный луч подразнить зубную основу, ну, можно, конечно, сказать, какого хрена ты свои зубы не вырастешь, да. Ну, меня выбивали ногами, колами, там, то-то. Я надеюсь, что у кого-то я увижу, как они пойдут расти. Блин, да я вцеплюсь за это зубами, руками, да. Ну, реактор, зубной реактор. Это не только зубы, вообще очень многое что. Даже если сюда два пальца опустить, просто сюда, просто вот так вот опустить два пальца, побежит энергия на ладони. Ваша ладонь начнет как бы нагреваться. Как это может быть? Очень просто. Просто это одна из удивительных вещей, которых как бы окружает нас. Мы с вами и есть удивительные вещи.